Уточки тут. Утки. О, агрессивные. Ух, сколько их тут, а? И бакланы там, и все. Круто. Всем привет, друзья. С вами Алекс и канал Макси Фиш. Сегодня 1 декабря, друзья. Хочу всех поздравить с первым днем зимы. Кстати, у нас выпал снег, друзья. Немного, но как раз перед началом зимы. Это хороший знак. И вот очень приятно. В прошлом году вообще не было снега. Радость просто неописуемая. Все, друзья, я, короче, хочу начать открыть сезон по зимнему спиннингу. Сегодня будет микроджиг, друзья. Первый раз в жизни буду ловить на микроджиг. У меня даже спиннинга такого нету. Я одолжил у Антона. Вчера ему позвонил, говорю: Антоню, у меня там немножко время освободилось. Дай, пожалуйста, свой микро спиннинг, ну, для микроджига. Я попробую поймать рыбку. Потому что у меня нет еще такого спиннинга, но я хочу испытать. Сначала попробовать, как он себя ведет. Вроде бы говорят, что капец хорошо на него ловить. Когда вот рыба пассивная, там можно постучать так по дну. Мне самому даже интересно стало. Я не сразу, конечно же, куплю. Денег особо и нету сейчас. Снова новый, ну, скоро Новый год. Еще пандемия такая, так что это такие проблемы создала, что по деньгам немножко туговато. Сейчас вот стараюсь чаще на рыбалку выезжать, потому что с работы так себе 50 на 50. И хоть как-то вот это время использовать, чтобы не потратить ее просто впустую. Хоть видео сделаю для вас, друзья. Хоть получу кайф от рыбалки. Ну а потом мы, конечно же, посмотрим, что будет. Вот, друзья, такая красота. Я в Малоежтях нахожусь. Друзья, в Малоежтях. Вот там ребята на острове там ловят мирную. И кто-то тут за деревьями, еще кто-то там сидит. Ну а я вот тут буду пробовать искать окуня, судака. А вообще посмотрим. Вообще не планировал. Просто решил поиграться. Мне интересно, я уже привык работать с 30-граммовыми грузами. Потому что мой спиннинг до 28 грамм даст. Я обычно ставлю там 20-30 грамм. Отводные поводки. Даже на джиг ставлю большие груза, потому что рыбачу на больших глубинах. А вот на таких, на маленьких грузах не рыбачил. Даже интересно, что будет. Все, друзья, начинаем. Так, друзья, вот такой спиннинг. Флагман Speed Fly Solid Tip. Так, кастинг от 1 до 7 грамм. Вот такой, друзья. Длина 2,21 метра. Интересный такой, вообще легкий. Капец, я даже непривычно. Я привык с дубинами так работать. А тут все нежно, аккуратненько. Катушка Global Libao. Так, вот такая катушечка. Libao, да. Первый раз вижу. Интересно. Интересная катушка, красивая. Будем пробовать, что смотреть? Надо пробовать. Шнур, конечно, тоненький. Я даже не держал, не использовал ни разу такой тоненький шнур. Вообще, как волос. Я вот так буду использовать такой вот приманку, друзья. Ларву такую. И 5-граммовая такая чебурашка. Тоже овсетник. Вот у меня есть такие маленькие овсетники. Я когда-то купил их, но не было возможности их использовать. Вот будем использовать. Начинаем с зеленого цвета, вот такого. Все. Спускаемся туда и начинаем. Вот отсюда, ребята, начнем. Даже не знаю, есть тут рыба. Но такой нежный, даже непривычно, капец. Смотри, как играет-то червячок. Бомбезно вообще. Не, я уже и боюсь кидать его, ё-моё. Да ты что, смотрите. Я привык 30-граммовыми грузами, а тут 5 грамм. Вообще непонятно, как его дергать.
Дошел он до дна? Или что, падает? Не могу даже врубиться. Катушка немножко скрипит, потому что Антонио уронил ее в воду. А? Играет, ё-моё. Сейчас нужно привыкнуть еще. Вроде бы надо дергать как-то. Не, ну непривычно, рука у меня привыкла к тяжелым грузам. Мне нужно понять, как работает все это, потому что я не привык такой удочкой работать. Вообще не чувствую ее в руках. Я должен увидеть, как приманка дергается. Ага. Интересно. Ладно, я попробую немножко, потом уже постараюсь заснять для вас, потому что нужно немножко привыкнуть к такой удочке. У меня только один спиннинг, и такого вообще я не держал в руках ни разу. Очень тяжело привыкнуть. И, кстати, я думал, что приманка будет дольше тонуть. Оказывается, очень быстро тонет она. Пока буду по одному обороту так делать, прыжки приманки будут. А потом уже начну уже дергать как-то, играться. Есть, друзья, здесь упустил. Здесь стая окуня, друзья. Смотрите, здесь косяк окуня, я сейчас заметил только. Не взял, класс, я сейчас заметил, что-то там. Я смотрел на верхушку, а тут... Нужна блесенька тут. Ушли отсюда, ё-моё. Блин, мы только что сейчас были тут. Штук 10 было, наверное, их. Удар. А, дернул резину. Смотрите, как ее содрал. Надо открытый крючок ставить тут. Круто. Есть какой-то, но маленький окунь, не крупный. Уже какой есть. Ударил. Есть, друзья. Есть. Первый окшок. А я неправильно привязал эту джиголовку, ё-моё. Стой, друга, выпущу. Вот такой маленький, друзья. Вот на такой офсетник. Вот такой окшок. Иди, друга. Ладно, так будет пока. Надо было наоборот вязать. Пойдет. И так работает. Закрутилась. Так. Там мулек убегает, непонятно. Там есть хищник какой-то. Взял, друзья, жереха взял, ё-моё, на джиг. Смотрите. Стой, друга. Стой, не дергайся, здесь все нежно. Не хочется мне покупать. Со дна, ё-моё. Смотрите, жерешка взял. Со дна. Иди, друга. А я-то думал, окунь. Такой тычок, так, как окунёвый. Так,
ставим обратно. Ну так аккуратно с этим спиннингом, конечно же. Очень аккуратно. Капец. Я кидаю далеко уже. Есть жерех здесь. Надо пробовать на большие блесенки. Блесна. Вот так играюсь, так как на джиг. Раз, оборот или два. Такой удар был. Джерих на дне охотится, ё-моё. Сейчас будем и большие приманки ставить, что? А, удар. Нужно крючок побольше поставить. Есть, друзья, что-то там. А, веточка. Ветка. Круто. Да, вот это тоже интересная рыбалка, друзья. Неожиданно, но что есть, то есть. Ребята, хочу от фанатика вот такой 2 дюйма поставить крючок. Он побольше. Вот такой. Фиолетовый такой. С зелеными блесками. Может, не хочет, а то только. Я видел много окуня, но он чуть больше. Видите, такой же червь. Но на это только одного окуня поймал. И жереха. Но я видел много окуня. Что-то он побаивается. Надо попробовать. Вот так. Вытащить острие. Сначала хоть поклевки почувствовать, а потом я поставлю другой крючок. А то этот слишком маленький, я думаю. Надо попробовать увидеть поклевок, а потом уже думать, как менять. Видите, как грузик фиолетовый тоже. Сейчас будем пробовать. Разные проводки надо тут делать. О, удар. Есть, друзья. Есть. Класс. Оп, ушел. Маленький окушок. Вот на этот лучше взял. О, содрало нам. Вот это кайф, друзья, поиграться с такой рыбкой. Я не думал, что может так интересно быть играться с мелочью. Я люблю. Видите, поменял цвет и сразу удар. О, вышел судак за ним, друзья. Сход и потом еще с ним доверху поднялся. Ну ты гад, а. Или жерех был. Был сход, вся на вот этот от Китэч оранжевый с фиолетиком. Классно. Есть какая-то рыбка тут, небольшая, но есть. Ход, ребята, опять. Ну что за гад, а? Сошел вот на такой коричневый от Китэч. Хорошее что-то было, судачок, наверное. Так ударил, классно. Капец. И сошел, классно ударил. Ребята, была атака жереха, ё-моё. Поставил блесну, первую проводку сделал. Сразу удар. Неожиданно вообще. Я в это время еще не ловил жереха так. На блесну. Посмотрим сейчас, что будет. Повторит он. У меня просто маленькие блесна в другой. Я не вытащил. Решил побольше так поставить. Ну-ка посмотрим.
О, есть, есть, взял, друзья. Взял все-таки. Взял жерешок. Есть жерех тут, а я думал, нету. О, друзья, хороший. Ну что, друзья, как обычно, камера выключается или батарейка садится, когда нужно. Вот за глаз зацепился, жалко его. Не знаю, промахнулся он, короче. Но я выпущу его по-любому. Давай, друга. О, ты в берег ударился. Ну да, без одного глаза ему будет туговато. Он плывет, но... О. Может, адаптируется как-нибудь. Не знаю. Батарейки садятся быстро. У меня сегодня только две батарейки, друзья, так что... Попробуем еще на блесну. Насколько хватит. Вот такая вот блесна, друзья. 15 грамм. Короче, немножко перегружаю спиннинг. Но уже к машине не хочу пойти. Поменять. Буду так аккуратно кидать. Вот так, друзья. И все. Пробуем. Посмотрим, что получится. Есть, ребята, еще один небольшой. Мелкий один. Это уже на другую приманку. Вот такой жерешок. Это уже на пилькер, друзья. Так, он здесь все закрутил. Так, друга, давай я тебя освобожу. Ударил один раз, я затормозил, он догнал. Давай, друга. Пошел, потерял ориентацию. Вот на такой пилькер, друзья. Китайский, конечно. 20 лей стоит. На чеханах взял. Но работает. Пришел ловить на джиг. На микроджиг, но ловлю жерех. Ё-моё, неожиданно так получилось. Было несколько сходов судачка. Но из-за того, что спиннинг очень легкий, боюсь подсечь его. Боюсь подсечь, не сломать спиннинг, потому что это не мой спиннинг. Я еще не знаю, как с ним сильно нужно подсекать. Я продержал так двух судачков на... Ну, на крючке, и они сошли. Потому что не пробил я им пасть. Так, ребята, поставил вот такую резину. Смотрите, был удар. Хороший удар. И срезало хвостик вот так. Вот такая 5-граммовая. Головочка такая, ну, чебурашка. Уже жерех особо и не видно, чтобы охотился. Ну, такой четкий удар и не заглотил, непонятно. На свой спиннинг я знал, как подсечь. Не боясь так, о, жестко. А тут я не знаю. Гигант, ё-моё. Вот такой. Иди отсюда. Маленький, не клюёт вообще. Ну, отдыхаем. Прикольно. Так, друзья. Все, становится темно, не хочет больше рыбка клевать, ни на яркие, ни на темные приманки. Все, друзья, уже темно становится, весь день снежок идет мелкий такой, но рыба особо не хочет. Слабенько взяли, там, взяла пару кушков там, странно жерех, да, я не ожидал, что жерех будет клевать. Случайно попал я на его клев. Первый вообще на силиком взял. Потом я заметил, что малек убегает изредка. Кто-то его гоняет снизу. Решил поставить блесну. На блесну взял одного. Потом еще на пилькер тоже взял. Сегодня работал цвет. Вот такой цвет, друзья. Первый раз я купил такой цвет. Такой зеленый флуоресцентный. 3,5 дюйма. Работал, были поклевки, но так и не смог я достать судака, потому что брал он за хвост. Не знаю, то отрывал хвост, то резал его. Уверенные такие вроде бы поклевки, но только
секунду-две чувствовал его на крючке и все, сходил. Может, из-за того, что я первый раз ловлю на микроджиг и боялся подсечь. Удочка непривычная для меня, такая легкая удочка. Боялся я сильно подсечь как своим спиннингом, чтобы не сломать удочку. Надо привыкнуть еще к такой удочке. Не все так просто, как я думал. Были поклевки на оранжевые с фиолетовой спинкой, тоже от KTech 3 дюйма. Что еще я там использовал? Такого же раскраса, вот флуоресцентово маленькие такие ларвы. Маленькие где-то 2 дюйма, да. Или дюйм, да, те даже дюйм. Дюйм. И фиолетового цвета такие тоже червячки. 2 дюйма. Они тоже по окуню были поклевки у ее одного и другого. Так что использовал оранжевый, не хотела, использовал желтый, не хотела. Коричневый, кстати, от KTech тоже 3,5 дюйма, который Антон ловил. Пробовал сегодня, была и на него одна поклевка. Ну, в остальном слабенько. Был еще один спиннингист. Он даже поклевки не увидел, так что можно сказать, что мне удалась эта рыбалка. Было еще 3 рыбака. Подошли недавно здесь и побросали блесеньки. Один из них достал 2 жереха. То, что я видел, вот 2 жереха, да. Остальные ничего, пусто. Смотрите, сколько утки тут. Полно уток. Я хочу здесь побросать разочек. Но если будет что-то тут, я вам покажу. Ну, наверное, это будут такие несколько забросов под конец рыбалки. Так что, ребята, все, до новых рыбалках. Все, что вы видели в видео, я на рынке покупал, на чеканах. Так что можете там спросить. У продавцов все есть. Я еще несколько раз выйду порыбачить на этот спиннинг. Хочется мне понять, почувствовать его, как он работает. Были, кстати, поклевки почаще на тоненький шнур. Я поменял шнур здесь уже потолще. Но тот тоненький, хорошо, много было поклевок на него, но очень быстро отрывается он. Какой бы легкий зацеп не был сразу, как волос такой, но слишком тоненький. Надо привыкнуть, нужно привыкнуть, находить места, где меньше зацепов. Все, друзья, подпишитесь на канал, ставьте лайк. Не хвоста, не шуи. Пока.